Всем привет, мои дорогие подписчики! Рада приветствовать вас на своем канале. Конечно же, вы меня узнали, с вами я, Елена Блогеровна. Вот лето пролетело, наступила уже и осень. Хочу поздравить первоклашек, а также их родителей с наступлением нового учебного года и, как сказать, нового события в их жизни. Ну, а также желаю всем терпения, терпения, еще раз терпения. Ну, а мы сегодня с вами будем жарить котлеты. Обычные, традиционные котлеты. Ну, как жарю их я. Я вам показываю. У меня уже здесь готовый фарш. У меня фарш куриный сегодня. Это хлеб замоченный. Это тертая картошечка. Яйцо, ну и здесь у меня уже соль и специи. Это все тщательно, тщательно нужно поженить, то бишь перемешать. Вот. Мне эти котлетки нравятся очень-очень. Они такие нежненькие, мягенькие, вкусненькие. Этот способ, я не знаю, от кого я узнала, но, не знаю, мне все-таки уже много лет, от кого-то-то я его и узнала, но не помню от кого. Но и он мне очень нравится. Так что мы будем жарить котлеты этим способом сегодня. Сейчас мы хорошо-хорошо его перемешаем, чтобы он был однородный. Дам ему постоять чуть-чуть, чтобы он чуть-чуть настоялся. Ну, а потом будем жарить на сковороде. Покажу, как я жарю. Вот такой вот фарш. Итак, кулинарный влог наш продолжается. Смочили руки на разогретую сковороду. Кладем котлетки. Делаем их вот такие вот. Видите, какие они у меня пухленькие прям. Ух. Ну, чтобы котлетку скушал и наелся. Я их буду жарить. Вот смотрите, я сейчас их вот заложу и накрою крышкой. И чуть-чуть сделаю меньше огонь, чтобы они не сильно поджаривались, но и в то же время они протушивались как бы одновременно. Вот такие вот у нас будут котлетки. Вот такие. Сейчас. Сюда можно поменьше. Такие вот котлетки сейчас получатся у нас. Вот
сейчас мы их перевернем. Сейчас они чуть-чуть запечатаются. Оп, ай, прилипло. Все, накрываем крышкой. Начинает стрелять. И чуть-чуть прикручиваем. Сейчас они еще минут 6-7 протушатся. Я посмотрю их готовность. Вот такие вот котлетки у нас получились с вами. Стула жара. Сейчас мы одну прям разрежем. Я вам покажу ее в разрезике. Ой. Молли, что там такое? Так, я не вижу, что я там режу. Не вижу, зажарилась корочка, видите, прям взялась. Корочка. Вот такая вот она котлетка. Сейчас я ее чуть-чуть... Вкусная. Сегодня ужин у нас будет замечательный. У меня есть рис отварной. Салатик я сделаю. Будет все вкусно. Желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на меня, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока!